Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено обзору моего заказа с Али на 11 ноября. Вообще было два заказа, и оба были чайных. В одном я не помню, что там, и оно идет очень-очень долго, а другое долетело. Причем первый заказ отправился в тот же день 11-го, там, может, буквально часов через 10. А второй отправился, кажется, на следующий день. Ну, как-то так. Тот, который отправился на следующий день или когда-то там, он до сих пор еще где-то идет. То бишь, он перешел границу, написано на отрежке, что вроде как он по пути в Россию. Где он там по пути в Россию уже вторую неделю? Загадка природы. В общем, чай я заказывала на 330 с копейками. Обещалось 14 вот таких вот шариков. Это не связанный чай, о чем было видно даже на фотках. Я знала, в принципе, на что иду, мне просто было интересно посмотреть, что это. Это как вот бывает прессованный чай, который потом распускается, да, просто становится мокрой заваркой. Это шариком. Я решила заказать, посмотреть, что это такое. В общем, вместо 14 обещанных пришло 13 вот таких. Вместо 9 разных сортов пришло в лучшем случае сорта 4. И в довесок, видать, подарок от продавца, маленькая пуэрка. Я не против пуэрки, но было бы лучше, если бы он положил 14 шариков, а не 13. И заявлено было 98 грамм, на пакетике вообще стоит 180 грамм. Я попробую показать так, чтобы не засветить свой адрес. Вот такой, кстати, пакетик был. Вообще называется Пуэр Black Tea Flower. В общем, типа того, что Пуэр черный чай с цветами, цветочный. Вот это счастье, не знаю, будет видно в камеру или нет. Но тут написано на самом пакетике 180 грамм, то бишь 0,18 килограмма. Но почта написала как 92 грамма. По-моему, я пыталась сейчас показать свой адрес, придется, наверное, это как-то удалять. Ну, надеюсь, что будет не очень видно. И, короче говоря, сначала я вроде как не обратила внимания, но написала, что да, вот принято все такое, а потом когда стала писать отзыв. И только когда написала отзыв, поставив 3 звезды, поняла, что, ну, можно было бы открыть спор, но открывать спор из-за того, что на 6 грамм меньше, чем нужно, причем что 92 грамма вместе со всей этой фигней, типа упаковки. Запаковано оно было вот в такую вот пленку. Пленка не пленка, пенопласт не пенопласт, фиг знает. Ну, короче, такая фигня, которая такая тянется. В ней можно куда-то ее приспособить, допустим, посылаете что-то в поменяшки и заворачиваете. Извиняюсь, чтобы оно не разбилось. Потом внутри был вот такой сказочный пакетик. Офигительно сказочный, просто пакетик обычный. И в самом пакетике уже эти штучки, шарики. Один пакетик был вскрыт, вот так. И все, что вот там этот шарик, он, конечно, шариком остался, но слегка от него там что-то отвалилось и слегка просыпалось по вот этому пакетику. Но тут видно, что вот какой-то такой этот мусор, не мусор, но какая-то пыльца, пыль чайная осталась. И я его заварила, потом пошла марафетиться. Ну, вообще, фу. Еще что-то там делать, писать отзыв, то есть то все. Вот такой вот он настоялся, это не пуэр. Вот хоть там написано, что это пуэр, возможно, пуэром будет. Вот эта вот штучка, я ее даже сейчас вскрою при вас, чтобы узнать, пуэр ли это. Да, это пуэр. Причем в нем почему-то видится китайский лимонник, какой-то очень сильно пересушенный. И еще какие-то вкрапления. Никаких там, помимо знака качества, никаких дат там, когда он запаковался, когда он изготовился, я не наблюдаю. Так, здесь, если это, они думают, что это пуэр, конечно, чай. С какими-то интересными цветочками.
Но по вкусу этот чай напоминает формозового лонг, то бишь черный дракон, который вот именно тот самый улун такой темненький, который слегка отдает сеном для меня. До сих пор он слегка отдает сеном. Крепкий очень, я заваривала в стакане, но это лучше заваривать в чайнике и разбавлять. Я думаю, что вот этот стакан мне придется отливать от него там где-то одну четверть точно и разбавлять его уже горячей водой. По виду, кстати, да, чай тоже такой вот. Формоза Олонг. Я надеюсь, видно. У меня вообще такой, получается, похож на краба чисто, мне так кажется. И по заварке, по цвету заварки, он тоже напоминает формозу Олонг. В общем, такой вот у меня посылка. Я, конечно, потом уже написала продавцу, что типа, привет, с какого фига вместо 14 заявленных ты мне подкинул 17. Но это уже не спор, конечно, и вряд ли он мне что-то ответит. Хотя в самом начале, когда он послал посылку, он мне написал, типа, привет, я тебе там отправил. Оно все это вот там с треком отслеживающимся, то все 5-10. Очень быстро дойдет, целости, сохранности и все как есть. Не знаю, куда там все как есть. Я не буду давать ссылку на этого продавца в инфобоксе, но если вам интересно, я, конечно, оставлю ее кому-нибудь из вас в комментах, потому что я не считаю нужным рекламировать такого продавца. Хоть там у него вроде как и написано, что хорошие отзывы читала, то все 5-10, что он там посылает подарки, все в точности приходит. Не знаю уж, что он там кому посылает, но мне он прислал это все в таком виде. С одной стороны, плюс, что он все-таки дошел, это все дошло. И, в принципе, не так уж дорого 330 рублей за чуть меньше 100 грамм. Вот тут у нас что-то должно быть с пионом, судя по всему. Что-то с хризантемой, скорее всего. По крайней мере, похоже на хризантему. Что-то мне попадалось с тигровой лилией. Вот это, кстати, вот с пионом-то тут его сверх дофига. Я так понимаю, что он, наверное, то, что осталось у него там от 11-11, и так вот сгреб, положил, запечатал и послал. А уж там как хотите, так сказать. Ну, типа русские захавают все, да? А то, что оно не соответствует описанию, ну, я там поставила, что да, две звезды, что не соответствует описанию. Диалог с товарищем я оценила на троечку, потому что, в принципе, он больше ничего не писал. Он мог бы, допустим, ну, честно написать, извини, чувак, я там тебе посылаю 13 штук, 14-я в довесок пуэрка, да? Потому что иногда они вот так пишут, честные продавцы, если что-то там не так. Или хотя бы в инфо. Тут что-то непонятное, какое-то животное, ну, в смысле растение. С розой в результате у нас, точнее, с пионом у нас 5 штук получилось. С хризантемой желтой у нас, я пока наблюдаю, 3. Что-то непонятное, 2 штуки. Что-то похожее на розу, 1 штука. Тигровая лилия тоже одна, и вот то, что я сначала думала, что это ромашка, но это не ромашка, это что-то другие какие-то цветочки, это вот у нас то, что шарик вот этот раздолбанный в рваном пакетике. Я подозреваю, что у меня сумбурный обзор, что, скорее всего, что-то забыла сказать. Кстати, что-то меня прет в последнее время на Ефрашовский вот этот лак. Я им специально марафетю, даже не поверите, у меня он тут 2,5 дня держался на ногтях и не сползал. Не знаю, что случилось, может, связано с тем, что я тут болею уже вторую неделю, температуре. В общем, вот такой обзор. И да, Почта России у нас оказалась, наше отделение все-таки посылки выдает, а коробок я впервые с таким столкнулась, что ни коробок, ни пакетов не было. Придется мне завтра переть на другую почту и отправлять уже этот конкурсный подарочек. Хоть мне и говорят, что не торопиться, но все же как-то это не камильфо. Да, вот этот тоже не до конца запакован, ну, в смысле, не очень хорошо. Вот тут на клейкой ленте, где оно должно клеиться, видно, что оно там все чаем пропиталось. И видно, что вот этот чай трясется, и кусочек еще выпал. Кусочек выпал, засунем его сюда. В общем, вот такой у меня чай. На 11-11. Никаких там бонусов у меня, кстати, не было. И вообще, как я поняла, эти бонусы там
мы с одноклассниками говорили, что вот, там бонусы, то все. Но бонусы вообще какие-то сказочные были. Вот чисто для меня, там на 2500 покупаешь чай и 200 рублей максимум тебе скидка. В чем прикол, я вообще не поняла. При том, что вроде как там всемирная такая распродажа, да? И сейчас вроде как идет какая-то распродажа, но я каких-то особых скидок на Али не увидела вообще. Ну да ладно, это все на совести продавцов будет. В общем, спасибо за просмотр, пейте чай, хорошего там настроения и не болейте. Пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки и до новых встреч. Пока!